Всем привет, с вами снова Артём, канал Яшин Геймс. Продолжаем с вами играть в Days Gone. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии. Колокольчик ставьте, чтобы не пропускать мои видео. Буду очень благодарен, если поддержите. И продолжаем с вами приключения в этом постапокалиптическом мире. Даже зомбо-постапокалиптическом мире. Так, у нас там травку надо, муравку собирать, насколько я помню. А где травка-муравка? А вот одна. Пригодится. Так, где-то еще. Там какой-то... Видимо, здесь кто-то... Жестко. Улучшенный топор. Фига, прикольная штука. Но я даже не знаю, какое на самом деле оружие лучше. Мне кажется, та, которая у меня. Ой, еще травка. Где? Потерял. А, вот она. О. Так, что у нас дальше с вами? У нас здесь лагерь. Diamond Lake. Я не пойму, у них, кажется, валюта разная, да? 2045. Первый уровень 2045, а здесь? Да, там другая валюта. Да? Я так полагаю, они тоже нам будут какие-то задания давать. Можем мы сделать быстрый переход сюда? Да, можем. Давайте мы его... Так, ну нам нужно в начало лагеря поехать. Я так полагаю, мы окажемся где-то перед лагерем. Перед въездом его. Ага. Так. Ой, загляделся я не туда, куда надо. Так, денежки-то мне дадут или как? Все смотрю, как намады приезжают и уезжают. И иногда мне хочется быть такой же храброй, чтобы тоже так делать. Смело выходить в водище. Наверняка это лучше, чем вкалывать тут до смерти. Хоть бы один выходной. Черт, я даже на несколько часов согласна. А чё ты рот не открываешь? Это сейчас телепатия была? Лейтенант! Не, эту хрень оставляй за порогом. Не-не-не, нет. Я про армейскую хрень. А. Ладно. Ты вроде вот это просил. Ну-ка. Да. Да, отлично. Эй, погоди секунду. На. Полистирол. Да, ну знаешь, пластиковые стаканчики, пакеты там, все такое. Ага, понял. Слушай, кстати, как пошло-то? Ну, с ведьмой нашей. То есть лейтенантом Уитакер? Я просил оставить эту хрень за порогом. Вы свободны, капрал? Свободны? Идите. Чего ты хочешь? Хочешь что-то предъявить? Нормальный, простой мужик. Она что-то нам хотела предъявить. Так, ну-ка, что дальше тут? Мы спасем этот мир. Куда нам идти? Далеко, блин. В смысле? Да ну нафиг. Ну погнали. А мне бензина мало. Ну-ка давай сходим к этому. Где он тут?
Блин, я уже нифига тут не понимаю, что где. Блин. Так, патроны, извини, у меня денег мало, блин. Капрал? Слушай, хочу сказать тебе кое-что. О. Ну? Я тебя раньше знал. Ну, не лично, но... Я из Фервала, как и ты. Мы с друзьями всегда смотрели на вас, то есть на бешеных псов. Как вы в коже рассекали на байках. Вы казались такими отвязными. А, вот значит как. Да, правда. У меня была куча времени. Мне пришлось бросить учебу. Девушка залетела. Стал искать работу. Слушай, если когда-нибудь, типа, соберешь банду, псов или другую, я с тобой, ладно? Я готов. Особо на это не рассчитывай. Ну, конечно. Да это я так, к слову. Забавно, забавно. Пока, Капрал. Аривидерчи. Где мой мотоцикл, блин? Так, погнали отсюда. Мы опять голожопые, без денег, без ничего, блин. Патроны только на дорогу собирать будем пока что. Ух ты, как солнце слепит. Капец, пока туда едешь, туда охренеешь, блин. Вот это да. А я не могу быстрым переменить? Может, я туплю? Нет, я, наверное, не туплю. Потому что если опять быстрое перемещение, я окажусь в самом начале лагеря, блин. Пьяный, что ли? Капрал Сент-Джон, верно? Да, сэр. Входи. А я вот тут пью чай травяной. Спасибо лейтенанту Уитекер. Хочешь попробовать? Улучшает пищеварение. Нет, сэр. Спасибо. Я просто искал график дежурств. У меня для тебя работа. Эти люди, хотя разве это люди, забрали нашего человека. Лейтенанта Джустину Норвуд, офицера. Она у них, так что... Да, я спасу ее, сэр. Такие люди, как ты, помогут нам спасти мир. Ты свободен. Сто процентов, да ну нафиг. Я давно не получал 100% по заданию, бля. О! Ну-ка, что там у нас есть? Так, что-то я там хотел с концентрацией, потому что она уже бесит меня, бля. Где она была, бля? Что где, бля? Заноза в боку. Это херня самая тупая, бля. Лечение дальности. Дальность. Больше, типа. При малом запасе здоровья дополнительно выбрать адреналина. Начальный эффект лекарственной микстуры увеличит. Наверное, мне сейчас мясник нужен. Нафиг мне. Так. Да, наверное, давайте мы сделаем вот эту херню. Так вот. Да.
А там что-то еще поднять можно. Ну-ка. Ого, Библия полковника. Потрепанная. Ох уж эти ее травяные чаи. А ты, Мэтт, иди к черту. В смысле? А так... Мэтт, это кто? Это не полковник Мэтт? И он прям при нем рядом сказал, иди к черту. Так. На север от Чумулта. Блин. Ну, по дороге надо за бензом заехать. Помню. Капрал Санчон, ты мне нужен. Жду тебя в Diamond Lake. Вас понял. Я буду как смогу. Diamond Lake. Ну, давай вернемся, кстати. Там можно байк прокачать нормально. Хотя нет. Давайте мы лучше задание здесь выполним. Так, это вот это же, да, правильно? Механик. Механик, заправь меня. Капрал. Привет, сержант. Отлично. Вот так. Вот так вот. 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 Капрал. Капрал. Ага, ага. Поехали. Оба, ну что-то есть, да? Ну-ка, давай. Давай вмешаемся. Прямо по курсу что-то есть. Ой, блин! И чё, и где? В смысле? Мне как-то наверх подняться, а как я поднимусь наверх, блин? Тут же горы везде, блин. Я так полагаю, здесь тоже какой-то засадный лагерь есть. Так, трава какая-то. Ну-ка. Трава. Грибочки. Какая-то громко музыка стала играть, блин. Ладно, фиг с ним. Туда что-то далеко ехать, высоко, блин. Я даже не знаю, как бы проехать, так что не в этот раз. Хотя можно было. Хотя, может, попробуем. У нас сейчас бензин закончится и будет трэш, блин. Лагерь там, да? Посмотрим, что тут у нас. Я что-то кого-то ищу сейчас. Так, давай мы сохранимся. Кого-то похитили, да, или что-то дало? Я так полагаю.
Только не селок! Но вот куда я смотрел-то? А как мне сюда? В смысле? Серьезно? Только бы не попасться. Надо как-то вещи забрать. Прикол. Вот это прикол. Они типа ему нож оставили? Круто, круто. Не так уж трудно. Так, теперь у меня есть пушка. Лучше, чем ничего. Что-то слышала, да. По стелсу работаем, да? Блин, их много здесь. Понимаю. Блин, два мало будет. Блин, этот вышел сюда. Вот блин, а. Ёпте! Вот это было вообще опасно. Кто это? Камень? Здесь кто-то есть. Здесь что-то есть. Камень? Блин, у вас заколебешься камнями отвлекать, блин. И туда, блин. Это был камень. Будем гасить этого сначала. Здесь кто-то есть. Есть. Теперь у нас есть автомат. Вы всех убили, не? Камень? Нет! Нет! Да, да. Так, окей. Все что ли? Всех мы перебили. Что приобрели? Много интересненького себе. Может, и не зря сюда попали. Блин, а я же был здесь, по-моему, уже. Вот вещи мои. Сейчас же ночь, по-моему, да? О, все. Отлично. Замечательно. Пошли отсюда. А байк мой где-то. Короче, надо разминировать. Только не говорите, что мой байк хрен знает где, блин. Твою мать. Пошел, называется, сходил, блин. Ладно, у меня хоть оружие теперь с тобой, блин. Бежать далеко, блин. А сейчас же орды на дорогах, блин.
Опять там какая-то подлянка показывает. Иди, иди туда. Сейчас, сейчас под вторую засаду попадешь. Да, жестко я не увидел, конечно, силки. Какой-то был. Металл нужен. Прям на дороге валяется. Забавно. О. Перестрелка какая-то. Кто там воюет, интересно? Мародеры или нет? Ночь шуметь так себе идея. Это точно. Давай чини, блин. А, ничего ужасного. Какой-то типа лагерь, да, я так понимаю? Давай попробуем сходить туда тихонечко сейчас. О, по-моему, сожрали они, да, кого-то? Оно просто сожжено здесь. Ничего особенного. Особенного, блин. Залезла. Ты глянь какая. Шустрая, блин. А что там есть? Меня услышали, да? Шибись, блин. Вы откуда взялись, блин, ребята? Блин, не клоняется еще, тварь. А, я же забыл, что у меня навык, который увеличивает здоровье при попадании в голову. А, ну да, воевали, здесь воевали эти мародёры с ними. В дом, что ли, залез? Господи, что тут было-то? Ладно, надо бы тут порыскать. Канистра. О, это мне пригодится. Это тоже. А в доме есть что-нибудь? И тут канистра, офигеть. Так, давай-ка пока здесь бросим. Подгоним байк. Вот патронов мало, это печально. Зато, наверное, бензина здесь явно больше, в этом райончике. Вот так. Порядок. Вот вой волков мне вообще не нравится. Вообще не нравится. Так.
Посмотрим, что тут есть. Печки. Потрескивание какое-то странное. Полетать. Вот только орды могут тут ходить, это явно. Так. Можно задание сразу взять у него. Недалеко ехать как раз. В районе в этом. Может, нам по пути просто надо будет, да и все. Фига туман какой. Где там? Блин, это банши. Ё-моё. Ой! Идите вы нахрен все, а? Вот так тебе! Блин, да ну нафиг, тут еще и волки. Жесть. Да вы что, издеваетесь, что ли? Почини Лукас, все, да? Ты откуда? Не могу узнать по акценту. Так слышно, да? Ну, родом я из Канады. Я был здесь в отпуске с семьей. Мы тут лагерь разбили к западу от Крейтер Лейк. Жена и дети. Мальчикам должно было исполниться 8 и 9. О, Канада, да, далековато ты от дома. Не говори. Я преподавал. Ремонт двигателей в Калгари, в политехническом. Бывал там? Да нет, вряд ли. Короче, полковник дал мне эту работу. Значит, здесь мой дом, так? Так. Забавно, забавно. Ну, мое почтение, капрал. Как жизнь? Сколько лет служил? В армии, в смысле. Я не видела твою присягу, но солдата я узнаю за версту. Понимаешь? Понимаешь. 4 года. 10-я армия, Афганистан. Как я уже сказал полковнику, ненавижу то время. Ну а ты? У тебя тоже глаз наметан, да? Я-то? Ничего такого козырного, как у тебя. Нацгвардия. 8 лет. Мне вообще-то нравилось. Работать с бумажками в Салеме, красоваться в форме по выходным. А ты настоящий солдат. Каждый при своем деле. Ага, так и было. Угу. Твоя правда. Понятно. Ну, пока. Капрал Сен-Джон, будь осторожнее, ладно? Ладно. Капрал, прием. У меня есть дело, требующее уникальных способностей. Конечно, да, сэр. Помнишь Васкиса? Того, что в самоволку ушел, мы проследили за ним до лагеря лесорубов, помню. Этот человек, сержант Ли Андерсон, был его напарником. Его почти задержали, но он убил охранника и сбежал. Неплохие понятия о чести у ваших людей. У наших? Ты сам из наших, между прочим. Я отметил на карте место, где его в последний раз видели. Кстати, как и Васкис, он был не один. Класс. Ясно, ясно. Еще одно задание, блин, наемного убийцы. Капрал? А? Сержант? Так, понятно, это уже в другом конце. Охота. А мы сначала возьмем это задание. Погнали. Иду к воротам. Полевочный какой-нибудь ордунов немцы.
А мы патрон-то снарядили, нам тут ничего не нужно. Кукач, что ли? Все сожжено, офигеть. Блин, ё-моё! Зашибись, блин! Вы чё, издеваетесь, что ли? Ты заколебал ты, блин. Есть. Капец, блин. Вот ты мразь-то, а? Не сильно разбили вроде. Ну-ка. Погнали. Так, трава какая-то тут растет, да? Давай сорвем. Привет. Вот так. Люблю автоматическое оружие. Не люблю дробовики. Так. Чё? Я чё-то... А, это новое растение. Блин, они так всё тут сожгли, что, наверное, бензин хрен найдёшь. А, ну хотя бензина много находили. Чё я рассказываю, сказки. Главное, не в таких местах, блин. YouTube. Не понял, что там красненькое, видели? О. А, это, блин, бинт, кстати. Кстати, актуальный вопрос. Всегда пригодится. Пригодится. Так, у нас... Не, бензин еще есть, но... Уже надо позаботиться о том, где бы взять. О, что не просто тачка. Какой-то лагерь. Эти волчьи вой, блин. Колебали вы. Не дай бог, что вы. О, бродит там. Отщепенцы бродят какие. Лагерь намадов. Я таких уродов уже видел. Лево, да? Нужно с ними разделаться. А у них наверняка какой-нибудь ресет будет прикольный. Блин. Блин, они же засады делают, насколько я помню. Но мы разделаемся попозже, не волнуйся. Танич. А вон бензин вижу. Бегут, родимые, бегут. Да чё ты орёшь там? Рычит он на меня, блин. Видишь ты какой. Разрычался он. Вот так. Так, там что-то какая-то это движуха, да, происходит? Может быть, даже орда, блин. А давайте мы сейчас кое-что сделаем. Сейчас мы... Блин, они живые остались, нифига себе. Их просто взрывной волной откинули. Обалдеть. Ты чё, тварь, блин? Обалдеть.
Сказать, что я обалдел, это ничего не сказать, блин. Ладно, он с тобой. Так, лом. Чё, куда мы можем еще лом при... О! О! Там кто-то бродит еще. Чё, есть лом, да? Давай мы еще сделаем бомбу с датчиком. Побери. Бери, блин! Чё, дурак? О, еще остался. Это не надо ремонтировать, что нам надо? Так. Порох. Порохом прям беда всегда. Ну да. Ок. А вот это вот классно. А, но бомбу-манок мы не можем сделать. Что печально. Давай назад. Окей. Давай, смотри, что тут. Да все, у нас патронов максимум, что. Погнали. Ну тут хорошее место, тут прям много этих полицейских, да, тачек? Там что-то отмечается на карте. Пробуем. Иду в гнезда. Зона заражения. Ну и водища. Надо понятно. Сжечь их, чтобы ничего не осталось. Тут надо с разгона. Ладно. Остальные сожгу потом, когда вернусь. А, точно. Нет, не все гнезда в этом месте, мужик. Ух, ё, сколько их здесь. Мы кое-что сделаем. Так, у нас же есть манок, правильно? Есть. И давай, туда. Вы что, серьезно? А что не так хреново реагирует на манок? Я Нера вижу лагерь. Я помню про него вообще не в курсе, да? Так, а ну-ка. Душитель есть. Офигеть, они обгорели и не умерли. Не умерли. Как так, блин? Понятно, заметил меня. Я понять не могу, это просто бродяги или это орда, блин? Их перебили, ё-моё. Нормально. А где гнезда он увидел, я понять не могу. Внизу, снизу что? Ну короче, тут веселуха еще прикатит, я понял, ладно. Нам явно тут почистить надо, чтобы нам дали больше влияния и всего, что там остальное причитается, блин. Yeah.
Блин, их тут реально дофигища, блин, просто. Как они выстрелы не слышат, я удивляюсь. Чё, вау, что ты орёшь-то, блин? Заорался. А у нас уже утро наступает. Окей. Нам как раз, по-моему, туда надо. Блин, много их тут бродит. Туннель, что ли? Пойму нифиг. Здесь что-то помечалось, да, по-моему? А уже пропало, блин. Было и пропало. Надо сейчас этот лагерь Неро. Еще один участок Неро. Может, в передвижном медпункте что-нибудь найдется? Ясен пень, блин, там всегда что-нибудь находится. Но мы едем дальше. Заправимся сейчас, блин. То, что надо. Порядок. Ой, мне не нравится это. Это не орда? Блин. Блин, вы заколебали уже. Вы чё там? Давай. Да не, вроде это не орда, блин. Но она здесь обитает явно. Так. Ладно, погнали дальше. Много растений, да, по-моему? Явно тоже какое-нибудь гнездо будет, блин. Ну да. Туннели гнезда есть. Давайте на обратном пути сразу гнезда все. Что сделаем? И сожгу оставшиеся. Да ты еще ничего не сжег, блин. Еще один лагерь мародеров. Ух да, ты. Я знаю, чем вы занимаетесь. Ух ты, да ну нафиг. Олень на дороге. Пару лет назад это была бы плохая идея. Да и сейчас плохая. Блин, сколько оленей, блин. Вот это вообще нормально. Вот это мне нравится. Блин, а? Так, мародеры, да, кажется, там стреляют, блин, с винтовкой. Так, ну давай собирать оленей теперь. Блин, снайпер там. Глянь, сожрал барс, да? Убежал, снайпер, что ли? Да ладно. Прикол, спрыгнул. Весело, блин. Интересно, они справятся с ним или нет? Там, по-моему, снайпер с вышки спрыгнул. Всех до одного, кровожадные ублюдки.
поправимо. Нормально. Кулака привязали какого-то мне. Походу снайпера убили. Это либо этот Пума, либо Снежный Барс. Наверное, Пума. Да, сейчас бы способность в два раза больше мяса пригодилась. Явно. Сейчас мы с вами уничтожим лагерь и на этом закончим эпизод. Давай быстрее, блин. Прям знатный такой ураган. Там ничего нельзя взять. На другую сторону, кстати. А это пометился лагерь? Да, это тоже пометился. Ух ты, сколько нам тут вообще дел делать, ё-моё. Следующий эпизод обещает быть веселым, ребята. Очень веселым, я бы сказал. Ягоды. Всё, ягоды. Побери. Муравка, муравка. Ой, следующий эпизод будет веселый. Это точно. Так. Наверное, знаете, все-таки мы с вами завершим этот эпизод и начнем сразу же следующий. Потому что уже времени немного прошло. Фига. Фига. Печка тут какая-то. Так. Сейчас заправлю байк. Ну вот, порядок. И завершим мы с вами этот эпизод. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Комментарии не забывайте. Напишите, что вы думаете по поводу нашего продолжения вообще, по поводу этого эпизода. Пока-пока.